Воскресение Христово – основа православной веры, поэтому посвященный этому событию праздник Пасхи считается главным торжеством церковного года. 48 дней Великого Поста позади. По традиции, в субботу ближе к полуночи верующие приходят в свои храмы, чтобы стать свидетелями богослужения, посвященного воскресению Иисуса Христа. Христос – истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. На богослужение священнослужители облачились в праздничные белые одежды. Настоятель Георгиевского храма города Видное отец Михаил Егоров прочитал пасхальную полуночницу, а по ее завершению обратился к прихожанам. Мы счастливые с вами люди. Мы знаем, что Христос воскрес. Мы счастливые с вами люди, потому что мы считаем себя верующими во Христа людьми. Воскресший Христос, являющий себя Богом, победителем смерти, победителем ада, победителем всякого тления и греха, дает нам надежду и указывает путь. В этом году, несмотря на ограничения, в Россию по традиции прибыл благодатный огонь из храма Господнего в Иерусалиме. Лампадку доставили и в Георгиевский храм. От нее верующие смогли зажечь свои свечи. А в полночь священнослужители и прихожане покинули стены храма. Начался пасхальный крестный ход, который завершился благой вестью. Христос воскресе! Я хочу поздравить всех верующих с наступившим Пасхой Христовой нашего Спасителя и поблагодарить Спасителя за его помощь, за его любовь к нам, дарующую нам надежду на спасение. В храм этой ночью пришло много людей. Были те, для кого это традиция, кто-то на ночное богослужение попал впервые, но всех их объединяет любовь к Богу. Если не получается, даже все время службы смотрю по телевизору, которые идут из храма Христа Спасителя. Но вот сейчас вот появилась возможность и вот прибежал. Поэтому это идет от души. Я думаю, что это в душе каждого человека верующего и не может быть по-другому. Когда муж заболел, отмаливать его ездила в Иерусалим. И, честно говоря, он у меня поднялся в тот момент. Сейчас, конечно, он умер, 9 лет прошло. И, честно говоря, чуду поверила. Впереди у верующих 40 дней праздника. Именно столько православная церковь отмечает Пасху. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.